Жулька перестала есть. Она один раз поела корм, который я покупал, или два раза. Вчера приехала, она его не съела вечером. Поехал домой, взял олеговской кашки, положил туда гуляшек, привез. Сегодня приехала, она также его не съела. Сходил, купил минтай, порезал его на такие части, половину рыбы она съела. И два кусочка оставила. Сейчас повезу ее в ветеринарную клинику, потому что у нее был слабый жидкий стул, и ночью ее вырвало. Ох, Жулька, Олег-то как сюда не любит ходить. Измерили Жуле температуру, температура в норме. Скорее всего, не подошел корм, вот тот дешевый, который я купил ей в первый день, потому что ничего не было с собой, и у Олега кашки не было. Вот, так что сейчас она будет на правильном питании, ну посмотрим, как оно дальше будет. Если пойдет на поправку, хорошо, если нет, еще раз поедем в ветеринарную клинику.